В Большом московском цирке на проспекте Вернадского акробат из КНДР закончил свое выступление тяжелой травмой. Мужчина хотел поставить новый рекорд Гиннесса, сделав 6 сальто подряд во время прыжка. Однако выполнить опасный трюк с первого раза он не смог, и тогда акробат попросил вторую попытку, которая и оказалась для него фатальной. В результате мужчина приземлился на голову, по предварительным данным, врачи диагностировали у него перелом шейных позвонков и травму головы.